смотреть в нашей официальной группе ВКонтакте vk.com/будильникутро, а также посмотреть смешные и забавные истории в нашем инстаграме @будильникутро. Да, на сегодня это все. Нам, как всегда, было приятно провести с вами это время. Удачной вам рабочей недели. С понедельником. С вами были Рафаэль Верян и Аня Чешева. Все, всех любим. Всем пока-пока. Пока-пока.